Обязательно. Конечно. Но у нас нет другого выхода, у нас дети. Люблю высокие здания, там верхушки, посмотреть на город сверху вниз. Прикольно. Я сама из Королёва, частенько вот на ВДНХ бываю, постоянно засматриваюсь на колесо обозрения. Вот с того момента, как его начали строить, оно настолько сейчас вообразилось, мне кажется, в скором времени оно откроется. Да нет, только впервые видели и сразу заметили, и так обрадовались. Вот половиночка тут такая была, а сейчас уже тут отстроили нормально. Я очень жду, чтобы насладиться этим кайфом, посмотреть на великий парк ВДНХ.